В продолжение темы безопасности учебных заведений перед учебным годом. Редкие, но интенсивные дожди начали подмывать грунт напротив гимназии номер 4. Стройплощадка рядом с учебным заведением уже больше года, а предмет общественных баталий. По данным специалистов, плиточное перекрытие могло подмыть и перекосить из-за отсутствия на объекте ливневой канализации. В администрации города прошло совещание с руководителями предприятий ЖКХ. По результатам совещания в адрес ответственных лиц направлено задание привести аварийный участок в должное состояние на этой неделе, говорится в официальном пресс-релизе на сайте администрации города. Сегодня, в четверг, на участке действительно начались работы. Несколько рабочих и трактор пытаются уложить грунт вдоль покосившегося забора. Прокуратура Ленинского района столицы проводила проверку. Выяснилось, что по периметру стройплощадки произошло обрушение стенок котлована, а также обрушение подпор, предназначенных для закрепления стенок котлована. На объекте нет охраны, рабочих, а строительные работы не ведутся. Напомним, что не ведутся они уже около года. Застройщик осужден за мошенничество на 5 лет. Кстати, подобное ЧП со стройплощадкой произошло не в первый раз. В прошлом году также накануне 1 сентября размыло асфальтированную дорогу. Жители и родители учеников гимназии считают, что важно не просто устранить последствия обрушения грунта, а принимать решение о будущем заброшенной стройки. Она явно не на месте.